Зачем мне участвовать в переписи? Этот вопрос, наверное, задает себе каждый, и не все понимают, а действительно, зачем? Кампания завершается через несколько дней, 14 ноября. Важно понимать, что полученные данные Росстата позволят реализовать важные инфраструктурные проекты на территории, создать рабочие места, повысить социальную обеспеченность жителей. Финансирование многих федеральных, региональных программ напрямую зависит от данных статистики. Это число проживающих на той или иной территории, уровень заработных плат, наличие или отсутствие дорог, газа, интернета, современного жилья и так далее. Это касается и развития бизнеса. Например, предпринимателям Среднего Урала важно понимать, где найти квалифицированных специалистов, а обобщенные данные переписи населения показывают уровень человеческого потенциала в каждой территории, качество подготовки кадров. Благодаря этому принимаются решения о создании новых производств и развитии существующих площадок, уверена исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева. Цитирую, взять для примера Новоуральск или Краснотуринск. Информация о составе населения дала возможность принять решение о диверсификации экономики, а уровень образования у людей, которые работают там, позволил пригласить на эти территории качественный инвестиционный проект, который реализуется, потому что есть кадры. И эту информацию можно получить именно из переписи. Конец цитаты. Напомним, что в Новоуральске в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года создана территория опережающего социально-экономического развития. Сегодня наш ТОСР – это 12 зарегистрированных резидентов. Общий объем инвестиционных обязательств превышает 4 миллиарда рублей. Выход этих производств на полную мощность обеспечит создание более 900 новых рабочих мест в Новоуральском городском округе. Возвращаясь к теме переписи, глава Вячеслав Тюменцев в процессе подготовки к формированию бюджета также отметил важность и необходимость стратегических подсчетов. Субсидирование и финансирование важнейших программ и проектов развития округа подушевое, то есть важен каждый человек. Очень важно сейчас пройти перепись населения, потому что это наши дороги, это наши социальные выплаты, это зарплаты. Если сейчас просто не открыть дверь переписчику, это косвенно, пока косвенно, а дальнейшим и прямым образом скажется на нашем бюджете. Поэтому винить можно будет только себя. Как житель можно сказать, я не открыл дверь переписчику, поэтому бюджет стал меньше, поэтому какая-то детская площадка не была сделана, какая-то дорога не была построена, какие-то сети не были заменены.